Еще. Нет, давить не надо. Вот давить не надо, только приглаживать. Живе, да, прикладывай вот сюда, вот сюда. Ну не втяни. Ничего, подхватывай, оно не прицепит. Вот, все, можешь взять себе на память. Себе на память. Юный печатник наш. А у вас 6, да, начало? Да, мне еще подготовиться надо, потому что я спешу. Я никогда такого не видела, и я узнала что-то новое. И оно такое интересное, я еще сама попробовала. Так, сейчас тогда секундочку, я возьму ручку. Пальцами пригладить и все. Нормально? Просто, ну, еще я сильнее? Думаю, ну немножко посильнее, да. Быстро. Я еще раз говорю. Александр. То есть вот используется, да, во втором. Да, раз, видимо, да. Все-таки выставочка. То есть надо заново. Что надо каждый раз брать новую. А на сколько рублей хватит? Я думала, что на мастер-классе это будет какая-то старинная машина печати и так далее. Я была удивлена, что это всего лишь желатин и глицерин, сваренный в поддоне. Но интересно, это работает. Больше всего, конечно, на мастер-класс хотели мы попасть, особенно дочь. В силе революционной книжки про биографические какие-то, про Ленина, про кого угодно, особенно про Ленина, как он там ел эти хлебные чернильницы с молоком, вот, как получали и читали эти тайные письма, вот. И вот стали искать материал. Материал, кстати сказать, очень интересный. У нас действительно есть детское занятие, где мы пишем всевозможными видами химических чернил, проявляем, и это такой живой интерес вызывает. На прошлой лекции говорили, что такое дифтограф, из чего он состоит. У меня сегодня мероприятие по печатным. И у вас будет такой эксклюзивный небольшой сувенир. Не знаю, насколько вам. Чтобы не поселить этих людей под реальными именами. Потому что большинство техников они имели уже. Расскажу одну историю. Считается, что подпольная, первая подпольная типография в Петербурге. Вообще, все, что там разбило, это была большая игра. Люди заходили искать. На самом деле многие еще до сих пор активные участники этого революционного движения, что удивительно. Да, то есть они себя позиционируют, что вот они красные, а некоторые белые. Вот. Мы поэтому хотели абстрагироваться, ни в коем случае не вступать в полемику. Ну, может быть, именно поэтому сейчас на государственном уровне нет какой-то вот, ну, большой, не знаю, там, кампании по празднованию, да, столетия или еще что-то. Ну, в условиях патриотического воспитания, если можно говорить, очень сложно говорить о революции, в принципе. Угу. Вот, ну, какие патриотические уроки мы выносим из революции? Никаких. В исторической памяти остался этот факт, что в этом доме конкретно в октябре-ноябре, в декабре месяце происходила подпольная школа агитаторов-пропагандистов. После февраля 2017 года они наконец могли собраться вполне официально и поэтому назвали. В советское время это
это здание входило во все революционные путеводители, как последние. Через несколько дней после выхода апрельских тезисов позицию приходилось менять. Но то, что было главное для Якова Михайловича, известен митинг, который был проводили СССР, но председателем все равно... Город долгое время назывался именем Свердлова. Не знаю, почему он стал называться Свердлов. Фамилия еврейская, Свердлов. Что с ним связано, вот эти места, это любопытно, тем более такой период, 100 лет революции. Как самого достаточно популярного. Популярность он приобрел буквально за считанные дни. Вот я большую часть того времени с 5 по 17 год в тюрьмах, посвящаясь, читая книжки, выйдя на свободу.